Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Спецназ против зомби». Ну что же, поехали. Так, что у нас здесь есть? Посмотрим. Посмотрим. Так, сундучок, операция поиска. Ай да, пойдемте, ребята, его найдем, заберем. Так, не надо нам ничего здесь делать. В принципе, здесь у нас лашпены. Так, боулинг. Также у нас копьеносец, точнее, копьеметатель. Значит, вот это можно здесь убрать. И поставить. Что же здесь лучше поставить? Мы поставим, знаете, кого? Щитоносца, да. А улучшить получится, кстати, его? Давайте-ка глянем. Щит. Так. Погоди-ка секундочку. Ну да, в принципе, стоит улучшить, если получится. Уровень бойца слишком мал, говорят. Хорошо, для этого уровня, в принципе, нам и такой сгодится. Поехали. Так, показали нам карту. Здесь у нас люки. Вот здесь вот опасная самая ситуация, потому что здесь очень близко к выходу. Поэтому нужно сюда, наверное, ребята, кого-то поставить. Это будет у нас, наверное, дубинка. Отлично. Давай иди сюда, говнарь. Сейчас ты свое отгребешь по полной программе. Это я тебе обещаю. Так, вот сюда выставляем прута. Так, вот и сундучок мы с вами получили. Так, выставляем по всем, короче, пунктам, ребята, сразу же бойцов. Вот сюда даже щит поставим, чтобы никто вообще не смог здесь пройти. Ха! Шик и блеск. Давайте еще дубинку сюда вызовем. Смотрите, вылез говнюк. Проснулся, ё-моё. Проснулся, да поздно. Ах, тихо, ребята, вот это вот плохо. Это плохо, знаете почему? Что здесь они могут просочиться. Но мы им не дадим такой возможности. Оу. Так, вышел сам чувак, который любитель поиграть у нас в боулинг. Что ж нам делать-то? Нам пока ничего нельзя сделать, ребята. У нас не хватает денег ни на что абсолютно. Даже не могу себе позволить автоматчика. Так, ну, в идеале, конечно, мне бы нужен снайпер, по большому счету. Так, пока у них не очень хорошая атака, не очень сильная. Я держусь, ребята, держусь. В надежде, что все-таки у меня получится сейчас наскребсти немножко денег. Я уже готов на все, но все-таки в идеале мне, естественно, нужен, ребята, снайперский ствол. Так. Понятно, волна пошла. И вот он, снайпер, ребят, все, теперь веселимся уже мы. Вот так. Монеты, естественно, собираем. Давайте вот так еще с вами сделаем. Никто здесь, ребят, не должен пройти. Абсолютно никто. Да здесь и не пройдет никто, ребята. Так что в полной безопасности мы теперь. Я просто их уничтожать буду, и все. Главный сундук мы с вами заработали. Мы его вскроем, посмотрим, что нам оттуда достанется. Отличненько. На 3 звезды еще к тому же. Это просто вообще обалденно. Но показывай, что у тебя здесь есть. Так, 500 монет. Так, звезда. Револьвер. Дробовик. Железо. Так, отличный щит. И скар. Ну что ж, в принципе, неплохо. В принципе, ребята. И мы отправляемся, наверное... Слушайте, мы можем сходить на... Не, на бесконечку не хочу, ребята. Вот на арену. На арену можно было бы, наверное, да? Но попозже. У нас нужно всего лишь, ребята, 2 значка получить, и будет новый уровень. Так что погнали на карту. Мы с вами... Так. Да, мы, кстати, аэропорт прошли в прошлой серии. И мы переходим, ребята, в новую локацию, которая называется «Центр города». Здесь ни разу не был. Даже понятия не имею, что здесь. Ага. Слушайте, это у нас просто, по-моему, обычные быстрые зомби. Ничего в них такого нету. Хотя я могу опять же ошибаться. Улучшить мы здесь ничего не можем. Хотя, погоди секунду. Может быть, мы улучшить и не можем. Но 6000, офигеть. Просто офигеть, ребята. Да, не зашло, как говорится. Хорошо, посмотрим, давай дубинку. Может быть, у него что-то можно новенького поставить. Так, этот у нас уже стоит. Черт, а чтобы вот этого открыть, что нужно?
Нужно найти, наверное, на него карточку. Пятизвездочный. Это будет максимальный у нас боец. Так, по счетам. Так, ну мы улучшить с вами не можем, да, ребят? Потому что он у нас ватный. Также и здесь тоже ничего нету. То есть карточки нам еще должны будут выпадать, выпадать и выпадать. Также у нас еще, смотрите, что будет. Не знаю, что такое, какая-то мина, видимо, электрическая. Потом гранатомет и вертолет. Слушайте, а вот это, наверное, здесь не нужно. Я думаю, давайте вот эту вот штуку протестим. Мы ее так, кстати, с вами и не проверяли. Вроде бы как и все. Надеюсь, кислоты здесь не будет. Погнали, будем смотреть, ребята. Естественно, самые первые уровни будут легенькими. Как говорится, дадут нам разминочку. Тем более, здесь всего лишь одна дорожка. Ну, в общем, хорошо. Как раз есть время потестить. Смотри, как быстро он начинает. Воу, надеюсь, он не такой крепкий. Слушайте, мы с него сбили шляпу сначала. Так, как он там по дамагу? Я не могу определиться, я не вижу здоровья у моего чувачка с дубинкой. Так, снайперскую я пока не буду брать. Я вот хочу, знаете, что взять? Вот этот вот, вот. Посмотреть просто, ребята, нужно. Как это... Ага, вот. А что, такие короткие очереди, что ли? Странно, странно, конечно, это все дело. Так, иди сюда. И это постоянно нужно нажимать, чтобы он стрелял. Да, как-то не особо, конечно, хорошо это дело. Слушай, ты посмотри. Их очень много. Очень много, они какие-то мощные. Да ладно, только не говорите, что вы еще тут мне сейчас поубиваете тут всех. Вот так. Нет, что-то мне как-то, ребята, не зашел этот пулеметчик, вот честно вам скажу. Постоянно надо нажимать, чтобы он атаковал. Бред, бред какой-то. Но вот эти вот зомби, которые сейчас только что были, они очень-очень мощные, ребята. Несмотря на то, что они выглядят лохами, но... Так, подземная маска зомби. Второй зомби из люка. Он сильнее, надев маску. Но ёпарасете. Вот не было печали. Теперь у нас будут под ногами появляться люки, из которых будут выходить вот эти вот говнюки и, как обычно, нам надоедать. Так, железный пруд и два пистолета. Понятно. Давайте вот этот вот активируем. Все понятно, ребята, что нам ожидать. И причем он в такой маске, знаете, как будто будет яд где-то. Короче, вот это мы убираем. Мне не понравилось, и я думаю, что мы возьмем с вами... Да, кстати, надо нам улучшить наших ниндзей. Они у нас хороши. Так, и поставить им что-нибудь в снаряжение. А что мы можем? Антидот. Глуповато, конечно, это. Но нам нужно еще, ребята, его прокачать, чтобы мы могли что-то более-менее такое солидное на него надеть. Сейчас просто вообще ничего не можем. Так, ну-ка, прокачка. Завершить, давай. Хорошо, еще сможем? 1200. Фиг с ним, давай. У нас мечей. Мечей нет у нас крутых. Так, ну зато теперь, по-моему, мы можем. Или не можем еще? Нет, ничего не можем мы на него до сих пор надеть. Пускай лучше будет он. Так, не слишком ли много у меня ближников-то? Пруд, дубинка и мечи ниндзя. Хорошо, фиг с ним, ребят, давайте попробуем, посмотрим. Опять же, у нас, по-моему, одна дорожка здесь, да, будет? Да, одна дорожка. О, подожди. А как так быстро? У меня даже не успевает, ребята. Офигеть просто. Просто... Да ты смотри, что тут происходит. Так, давай, ниндзя, выходи, вся надежда на тебя. Сделаем вот так. И, пожалуй, вот так. Все, никто не должен, ребята, здесь пройти. Сам себя, наверное, обманываю, но так оно должно выйти у нас. В идеале мне, конечно, было лучше бы сзади вот этого чувачка поставить. Пускай он стреляет. Да-да-да, именно так. Вот. Вот уже дело пошло, ребята. Так, смотрите-ка, этот не только из люка вылазит, ребята. Он может и просто выходить. Как обычный юнит. Ладно. Так, у тебя кончились патрончики. Перезаряжайся, конечно. В общем, здесь загвоздка, знаете, в чем, ребята? В том, что вот эти вот зомби с крылышками,
на бейсболке. Очень и очень быстро. Вы сами прекрасно видели, как начинается волна. У меня еще даже никого нету. Я никого не успеваю, как говорится, сделать. Как уже вот эта волна бежит. То есть, если будет, например, 2-3 волны таких, дайте-ка я вот так вот сделаю. Мы поставим сюда с вами щита. Сзади как раз у меня будет стоять дубинка, которая будет пробивать. Потому что она пробивает на 2 клеточки. То есть она будет доставать. В принципе, все должно быть хорошо здесь. Черт подери, ну и селище у них, да. Ты посмотри. Ты просто посмотри, что здесь происходит. Они давят именно своей массухой, ребят. Просто вот массой. И в этой куче даже не видно, кто у меня там остался живой, кто нет. Так, уровень-то нам дадут новый, да? Да, ребята, новый уровень. Ух. Отлично, хорошо. Я этому очень и очень рад. На ранг выше. Поехали. Так, наконец-то новый спецназовец. Так, электрический шахт. Создает мощное электрическое поле, которое замедляет действие зомби. Вот, вот для чего это, ребята, нужно. Это нам пригодится, очень хорошая вещь. Но она потихоньку, как видите, тратится. То есть против вот этих вот быстрых ребят, которые у нас тут бегут как ошалелые, да, очень должно хорошо зайти. Так, купите... Ничего я покупать не буду. Ну что же, тогда нам придется с вами избавляться. От кого же нам избавиться? От снайпера? От снайпера? Или от щита? Щит очень хорошо держит, ребята, удар. Он очень хорошо прикрывает. Да все, в принципе, здесь нужно. Может быть, прута? Давайте попробуем прута убрать. Я надеюсь, я об этом не пожалею. Так, мы можем даже улучшить. Давай улучшим. Завершить. Хорошо. Так, и берем ее с собой. Она стоит, ребята, 75 практически, как у меня дубинка стоит. Ну, посмотрим эффект, как говорится, этой мины уже дальше в игре. Улучшить я могу еще? Я могу улучшить, ребята. Она будет урон наносить 350. Но почему? Она же вроде бы как урон и не наносит. Она вроде бы как просто станет. Ну, не станет, даже замедляет их. Хорошо. Ладно, не будем здесь гадать. Нужно, ребята, все это смотреть воочию. Поехали. Так, у нас уже две дорожки, как мы видим. Два люка под ногами, как обычно. Ну, где, 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 где? Вот здесь бежит, да? Вот здесь бежит. Давай вот сюда выставляем первого. Подожди, я же прута вроде бы убрал. Ах ты, елки-палки, я убрал, ребята, снайпера. Я снайпера убрал. О-о-о-о, подожди-ка, подожди-ка, ты куда собрался-то? Дорогуша. Давай-давай обратно к себе туда, в норку. Так, надо вот эту попробовать, ребята. Все-таки хочу посмотреть, как она действует. Оу, очень-очень, ребята, хорошо она действует. Мне нравится. Так, надо вот сюда еще такую же штуку. Смотрите, она может даже выдвигаться не там, где мои основные ребята идут, а чуть-чуть даже подальше. И это большой-большой... Оу! Нет, 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 ребят, так дело не пойдет. Эй, хорош! Ты посмотри! Да ну нафиг! Давай срочно сюда мину. Так, здесь мы ставим вот так. Щитоносец, куда бы тебя? Вот сюда поставим щитоносца. Да, действительно, ребята были правы, которые писали мне в комментариях. Несмотря на то, что здесь всего лишь будет два вида юнитов, уровень будет очень и очень сложным. И я, ребята, в принципе, в этом убеждаюсь. Ты посмотри, какая здесь заваруха. Здесь должны быть очень хорошо прокачаны именно бойцы ближнего боя. Они должны держать напор вот этих вот всех зомбарей. И эти мины здесь очень и очень будут кстати. Очень кстати, ребята. Потому что без замедления здесь нас просто бы порвали, наверное. А так хоть как-то замедляются они. Так, ладно. Вроде бы пока... Сейчас вот здесь уже пробили, да. Здесь пробили, ребята. Так что придется искать замену. Хорошо. Вот сюда тоже надо поставить. Вы посмотрите, что происходит, а, ребят. Вообще жестяк. Плюс еще этот люк под ногами, из которого хламон этот вылазит. Слушайте, ну, мина очень хороша. Мы ее хорошо прокачали, поэтому она теперь немножко подольше стоит у нас на поле. Не так быстро исчезает. Да ладно, так, бегущий зомби, смотрим. Опачки, ты видел? Ты видел, что он делает?
Так, кажется, он превратился в зомби во время упражнения. Моторные нервы настолько хороши, что они перепрыгивают через высокие баррикады. Да, вы, конечно, молодцы. И что же мне с ним тогда делать? Вот с этим вот бегущим зомбарем. Я пока ума не приложу. Он перепрыгивает, значит, преграды. То есть, соответственно, он может перепрыгнуть через моих солдатиков. Слушай, что-то здесь не то. И как же мне его... Слушайте, мы можем, в принципе, наверное, его ловить. Но для этого придется мину ставить. Мину ставить, да? А нужна ли она нам? Хорошо, мы возьмем, попробуем, ребята. Ой, погоди. Или же, подожди секунду. Давай возьмем мы с вами снайпера. Снайпера возьмем. И к снайперу возьмем, естественно, замедлялочку. Вот так вот. Ребята, пробная. Будем смотреть, что у нас сейчас здесь будет выходить. Что получается у нас будет. Так, да ладно, ты уже бежишь, гад ты этакий, а? Ты уже бежишь, сломя голову. Второй бежит. Давай вот сюда вот выставлять. Так, замедлялочку. Ребята, обязательно здесь замедлялку надо влепить. Вот сюда. Так, щит пойдет здесь у нас. А сзади, за спиной у нас пойдет дубинка, чтобы мы могли доставать его. Так, вот здесь вот замедлялочку влепим. Что такое-то? Просто без остановки идет, волна за волной, ребята. Это вообще какой-то жестяк. Так, а вот и бегуньи. Как раз, ребята, мы с вами и посмотрим, что эти бегуньи будут у нас делать. К сожалению, не успели мы посмотреть, ее подбили. Так, вот эти вот ловушки нужно ставить, ребята, обязательно. В обязательном порядке. Так, хорошо. Не успеваю, ребята, просто контролировать весь процесс. Процесс не успеваю смотреть, что у нас где и как происходит. Так, мины. Куда мины ставить? Вот сюда давай поставим мину. Там, по-моему, пробили. Да, ребят, пробили здесь у нас оборону. Сюда все-таки надо будет автоматчик ставить, да? Потому что нужна огневая поддержка, ребята. Что он там будет стоять сзади, ждать, когда до него дойдут? Вот, вот здесь мы поставим снайпера. И погнали. Погнали, ребята, зачистку делать. Так, это все забираем обязательно. Так, бегуньи. Пока, ребят, справляемся. Но я вам сразу скажу, что уже видно, как будет дальше нам сложно с вами проходить этот уровень. Потому что здесь на начальных этапах уже офигенный просто идет замес. Очень большой замес идет. Так, мы с вами получили железный кейс. Естественно, мы его потом активируем. И сейчас не хватает звездочки, элементарно. Слушайте, а давайте-ка мы сейчас с вами, мы обязательно сюда вернемся, пойдем и сходим на арену. Да, на арену сходим, немножечко здесь с вами потусуемся. Так, у нас, да, у нас, кстати, новый же вид оружия. Так, арена. Возьмем мы с вами, так, кого бы нам взять? Вот, замедляющую ловушку, наверное, мы возьмем. Так, подожди, что ты делаешь? Я говорю, взять ее надо нам. Так, и что же еще взять? Я не знаю, тут это же арена. Это против меня, которые будут, да, получается? Значит, здесь нам нужен еще и щит. Блин, а также здесь у него, смотрите, токсичный чувак. Токсичный чувак, значит, это будет у нас кислота. С кислотой тоже нужно бороться, значит, нам надо... Значит, нам нужен вот этот вот прекрасный чувачок. Ну что, вроде бы и все, да? Так, погнали. Так, это уже мои, ребята, зомби. Я думаю, что мы сейчас с вами уберем. Кого мы можем брать? Так, собаку, я не знаю. Вот этого поставить. Или танцора. Или прыгуна. Я даже не знаю, ребята, если честно. На первых этапах... Ах, черт подери. Слушайте, а мы можем с вами, знаете, как сделать сейчас хитро? Вот этого убрать, а вот эту вот стюардессу взять с собой. Ну что, давайте посмотрим. Ой, одного зомбаря не взял. Так, ожидание претендента, конечно же, подождем.
Так, ребята, видите, три люка, что у меня, что у него. То есть здесь очень выгодно брать тех монстров, которые вылазят именно из люков. Это шахтер, потом кто у нас там еще? Вот новый зомби, который в противогазе. Да, было бы неплохо. Но я думаю, что мы с вами, наверное, не дождемся сегодня претендента. Нет, смотрите-ка, дождались. Готовимся. Погнали. Так, я понял. Я давай тоже так же сделаю. Подожди, а почему я не вызвал свою зомбарику? Давай, выходи. Так, подожди-ка. Вот так мы, наверное, с вами сделаем. Так, нам нужно вначале прикрыться, ребята. В обязательном порядке. Так, ну а теперь уже будем выпускать своих, так скажем, зомби. Так, пускай зомбари мои бегут. Так, давай сюда собачку. Всех ребят этих будем вызывать. Так, ну что, вроде бы пока неплохо идет. Мы заработали очко тоже. Все хорошо. Так, где мои эти-то? Я не могу понять. Ага, вот дубинка. Дубинка созрел. Так, пускай зомбари бегут. Где мои элитные-то зомби, я не могу понять. Так, здесь мы замедлялку поставим. Далеко, конечно, влепил что-то я ее. Если честно. Так, здесь у нас вот так мы сделаем, ребят. Потому что там стрелок стоит. Нам, как говорится, нужны зомби, которые держат удар. Так, 250 монет. Вот так мы сделаем сейчас. Сюда поставим щита. Нечего им тут подходить ко мне. Так, дубинку. Ну и все, в принципе, ребята. Теперь остается лишь плодить зомбарей. Я оборону себе сделал. Теперь давайте уже вызывать зомбиков. Что-то я не понял, как это он тут пробежал, а? Говнюк. Псины там собираются, ребят, как-то проскочить. Ничего у них, конечно, не получается. Так, давайте еще одного токсического поставим. Ага, он смотрите, кого вызвал. Копейщика. Для этих дел мы с вами вот так вот сделаем, ребят. Пошел отсюда. Так. Зомбарей уничтожаем. Давайте ежика вызовем. Потом чувачка, который стреляет у нас. Хорошо, пока все нормуль, под контролем, ребят. Еще одного зомби. Так, вот сюда еще одного токсического поставим. Ай, сейчас не сладко будет. Не сладко. Победа, ребята. Просто разорвали в хлам. Ух. Замечательно. Мне нравится. Да я понял, что нету. Нету у меня свободных ячеек. Ладно. Так, ну ладно. Душу я, так скажем, отвел маленько. Фух, поехали дальше. Так, здесь у нас... Нет, это не то. Это у нас еще до сих пор ареновская. Нет, не надо мне никого. Мы идем на карту с вами. И пятая миссия, да? Пятая миссия у нас. Давайте-ка. Выставляем. Выставляем. А пожалуй, мы и оставим вот этот вот наш арсенал, который в данный момент у нас есть. По деньгам у нас вообще с вами кисло. Очень, ребята, плохо. 156 монет осталось. Я даже ничего не смогу проапать. Нужно как можно быстрее нам открывать ящики, ребята. Только в них мы можем получить бабульки, голдульки. Ну что же, была не была, я иду, как говорится, на смертный бой против зомбарей. Так, уже бежит. Вот как меня раздражает, что он сразу же начинает бежать. Сразу же, я практически ничего, у меня даже... И еще один здесь. Ну, здравствуйте, приплыли. Дорогуша, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Так, давай вот так вот сделаем. Ну, бьем, 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 бьем их. Конечно же, ребята, валим их всех к ядрене фени. Так, нужно замедлялку здесь вырубать, чтобы я хоть как-то успел, ребят, здесь развиться. Хоть чуть-чуть. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Да-да-да. Пускай будет бомбежка у нас здесь.
Будем расстреливать их пока. Так, снайперок. Снайперок это уже хорошо, ребята. Снайпер это уже залог успеха. 50%, так скажем. Монетки все это берем. Щит. Щита мы поставим сзади. Ах, ящик. Ящик никак не хватает у нас, ребята. Ячеек-то нету. Там железный ящик упал. Так, я могу еще? Да, я могу еще одну ловушку здесь поставить, ребята. Оп-оп-оп. Всех просто-напросто тут сносим. Слушайте, ну, конечно, мощно. Мощно они тут... Воу! Ты посмотри! Да давай-давай-давай-давай! Пробиваем, пробиваем! Ядрёного ж, вы смотрите, что она сделала, ребята. Она сделала сальто-мортальто и разбила мне моментально оборону. Офигеть, даже я этого не ожидал. Вот никак, ребят, честно вам скажу. Да иди ты отсюда, прям мешаешься вот. Ох-хо-хо-хо-хошечки. Как же тут, ребят, сложно. Сложно, сложнота. Снайпер, ой, снайпер шел. Попрыгуньку убили. Я не знаю, что бы я бы здесь, ребята, делал бы без вот этих вот всех своих ловушек. Ой, тихо, куда, не то. Фух. Так, бежит, бежит, бежит волна. Волна бежит, очень серьезная волна. Так, все, монетки, монетки мои, 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 мои. Так, смотрим по здоровью. По здоровью вроде бы пока отлично. Да, мы справились, ребята, здесь. Фух, ну нервишки мне пощекотали, пощекотали. Ничего не могу сказать, ребята, очень сложно. Да ладно тебе, опять у них новый зомби, ребят, появился. Он должен быть... бывшим баскетболистом. Стреляет баскетбол. Полный яда. На расстоянии. Даже... Чего? У него мяч ядовитый. У него ядовитый мяч, ребята. Просто-напросто он бросает в кучу твоих зомбарей. Мало того, что мяч наносит урон сам по себе, так еще после него остается яд. Опупеть. Вот что я вам могу сказать по поводу этого. Просто опупеть. Зашибись, ребята. Вот это да, вот, вот это усложнили мне работу. И что я должен теперь сделать? Кого я должен убрать? Щита и вместо него ставить вот этого? Другого варианта я не вижу, ребята. Черт подери, я, грубо говоря, подписываю смертный приговор. Потому что я убрал щита. Щит единственный, который может сдерживать вот этот вот наплыв еще хоть как-то. Ну, если мы яд не будем почищать, это тоже, ребята, каек. Охохошечки, хо-хо. И, естественно, без снайпера нам здесь нечего будет делать. Поехали, будем смотреть, ребята, как у нас здесь пройдут делишки. Естественно, как же без люков-то? Обязательно нужно на моей территории установить люки, чтобы жизнь малиной не казалась. Ты смотри-ка. Странно как-то, ребята. Да куда вы все повылазили? Сразу в одночасье вылезли они. Так, здесь бегун, бегун. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Никого мы не должны здесь пропускать. Снайпер. Вот это уже хорошо, ребят. Бенью. Черепушку снесли. Давайте мы поставим с вами вот так вот. Иди отсюда. Здесь мы с вами поставим автоматчика. Так, вот здесь тоже надо одну замедлялочку, ребят, наверное, влепить. Ага, уже вышел, уже вышел. Я его, ребята, с первого удара не пробил. Вот оно что. То есть, а нет, смотрите-ка, здесь почему-то пробил. Не знаю, от чего это, ребят, зависит, конечно. Но факт есть факт. Ага, минус. И минус. Естественно, деньги нам нужны, ребята. Деньги собираем. Ставим сюда еще одного автоматчика. Так, подожди, подожди. Мои мины закончились, замедляющие. Фак. Что тут происходит? Что за замес? Ты посмотри, что происходит. Ребята, они просто пробиваются. Они пробили. Пробили оборону. И это все лишь потому, что вот этот вот хмырь травит. Он здесь не один. Он здесь, ребят, не один. Давай, давай, не пропускаем их. И как же я тут должен реагировать и на то, и на сё, и на пятое, и на десятое? Мне нужно избавляться от яда, который у нас здесь стоит. Вот так. Хотя бы, предположим, ребята. Вот этого говнюка надо срочно завалить. Так, ты, ребят, ты не там подчистил мне, эй. Чистильщик.
Идите отсюда все. Идите, не мешайте мне. Не нервируйте меня, мули, а. Еще волна, еще волна. Срочно выставляем, ребята, замедлялочки. В обязательном порядке. Ты посмотри. Ты посмотри, какой, ребята, тут наплыв идет. Ужасный, просто ужасный, мощный наплыв. Да хорош снайпера мне валить, эй. Так, замедлялку. Снайпер, твоя очередь бомбить. Ты посмотри, что происходит. Ребята, они просто травят ядом все вокруг. Мои солдаты просто не успевают ничего сделать, не отреагировать. Они просто погибают на месте. Как раз от того, что их вот травят. Слушайте, я знаете, что вспомнил? У нас же, по-моему, щитоносец, он отбивает мечи, так ведь? Может быть, есть какой-то смысл взять его? Подожди, в чем проблема? Я не могу понять, что мы... А, у нас нехватка денег, ребята. И как же нам вот этих вот гадюков тогда забомбить? Кто мне скажет? Они сейчас просто разнесут здесь все. Так, хорошо, давай мы сделаем... Как тебя убрать-то, ё-моё? Так, давай так сделаем. Вот здесь уберем. Вот здесь. Вот здесь. Так, мне хватает? Нет, мне не хватает, ребята. На автоматчика. Давай тебя уберем. И тебя. Да, сдох, блин. Сдох он просто-напросто. И все равно же не хватает, ребят. Неужели вот так вот нелепо можно проиграть? А ведь можно. Так, здесь если мы... Нет, здесь не получится, ребята. Снайпер. Мне поможет здесь только снайпер, ребят. Так. И вот так. Фу ты нафиг. Вот так вот, ребята. Согласитесь, это просто жестяк. Неужели пусковая установка? Запустите ракету переполненным зомби, и они будут пробовать ад. Неужели... Да ладно, ты так 3 часа там будешь перезаряжать ее? Пока ты перезарядишь, ребята, нас быстренько завалят эти зомбари, которые очень быстро бегают. Ну что, дорогие мои друзья, пожалуй, на этом я и буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и будем продолжать проходить эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.